слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. На месте оказалось, что друид Мышевур запретил Йеннифер исследовать уничтоженный лес. Но с помощью ярла Краха Анкрайта его удалось переубедить. Нужен той, что вечно дева моя. Приключения ищут. Не торопись. Отдал с богами говорил. Приветствую тебя в доме ярла Удальрика из доблестного клана Броква. Приветствую. Я хочу увидеть ярла. Войди. Ярл еще говорит с ворожеем, но скоро закончит. Только под ноги смотри. То есть? Наш ярл не любит света, споткнуться можно. Как бы это сказать? Ну того. Спасибо тебе, ведьмак. Скучаешь? Не суй свой нос куда не надо. Слышал крики по правому борту. Смотрю, а половину команды смыло за борт. Мы скоро закончим. А потом выплыл огромный морской змей и отгрыз мне руку. Боги дали знать, время принести жертву. По моему разумению, нужно было, чтобы ты одолел змея, ярл. Нет. Я знаю, что они ждут жертвы. Уже пора. Подождем более ясного знака. Хотя бы до следующего сна. Мне больше не нужно знаков. Я ищу Терес. Кажется, она останавливалась у тебя. Дочь Анкрайта? Да, она была здесь. Где она? Что? Керис. Где сейчас Керис? Не знаю. Не знаю. Хватит вопросов. Я спросил что-то лишнее? Ты должен простить моего ярла. Последнее время он чувствует себя не слишком хорошо. Он болен? На перу краха мне показалось, что с ним что-то не то, но... Прости, я должен идти к нему. А Терес, как ее найти? Не знаю. Поспрашивай. Отлично. А помните, как в заливе Сольве нас застал шторм? Помню, как сейчас. Он выпал за борт и чуть не утонул. Удалерик прыгнул тогда в воду и спас его. О, боги вели. Он сказал, и голос велел ему прыгнуть в пучину. Жалко только, они его от раны не уберегли. Причем себе до кости распором, так оно потом месяц удается. Я вот всегда думал, что вы, ведьмаки, будете делать, когда переведут. Мое почтение, ведьмак. Чем могу помочь, путник?
Ты не подстрижешь меня, волосы уже в глаза лезут. Бывай. Я ищу... Я занят. Не видно? Ах, чтоб тебя. Привет. Говорят, Керис приехала. Ага. Большая честь принимать дочку Крайта. Она по делу? Или погостить? А я знаю. Должно быть не просто так. Ты что, не спросил? Если кто говорит не хочет, так я обычно и не вытягиваю. Ох, Йорк, никакого от тебя проку. А? Привет тебе. Сперва целый месяц ни одной живой души, а потом вдруг гости сыпятся, как дикие груши. Притомился? Есть хочешь? Я ищу Керис, дочь ярла Анкрайта. Ты с ней чуть-чуть разминулся. Она недавно тут была. И куда пошла? Она же про ярла нашего расспрашивала. Про детство его. Вот я и отправила ее к Бирктори с Эриком. А это что за люди? Эрик многие годы водил дружбу со старым ярлом. А тот помог ему добыть руку Биркторы. Они живут на восточном конце деревни. Спасибо. Будь здоров и передавай привет Керис. Отец тоже был так свет. Тут девок по деревням. Ты прости, что помешал. Надо чего? Пойдем поболтаем за пивом. Спасибо, но время не ждет. Я ищу девушку по имени Керис. Керис? Дочь Краха Анкрайта? Она была здесь, но что-то давно я ее не видел. Спасибо. Мое почтение. Я кое-кого ищу. Так это ты удачно зашел. Я, правда, занята, но вокруг столько девок красивых. И где твои красавицы? Может, какая-нибудь согласится показать мне остров? Ну, есть, например, Вэя, дочка Бондаря. Хотя, нет, у нее зубы кривые. Вот Дебора другое дело. У нее зубки прямые, как по ниточке. Зато бородавка под правым глазом. Вот еще Майя. Личика, мечта. Только на правую ножку прихрамывает. Холера. Так подумать, все девки наши не так уж и хороши. Я ищу Керис. Эту худющую? Глаза у нее, конечно, как у Серны, да и рода знатного. А все же замухрышка. Я не знаю, где она. Ее отец... Ай, да пускай старый крах не беспокоится. Девка со Скеллиги на родных островах не пропадет. Ладно, ладно. Была она тут пару часов назад. Пошла поговорить с Эриком, моим мужем. Они на берегу, наверное, с той стороны острова. Спасибо. Будь здорова. Удачи в поисках.
Но! Жару. Мы? Ты сидел на скале и звал на помощь. Но если б я тебя не предупредил, годился бы ты сейчас только на приманку для трески. Спасибо за помощь. Ну, раз уж ты мне один раз помог, может, и еще поможешь? Надо подумать. Мне рыбу ловить надо, сети чинить. Не до битв мне сейчас с чудищами. Я не об утопцах. Я ищу Керис. Породистая девушка, сразу видно, что не из простого рода. Была она здесь. Только потом я поплыл утренние сети снимать. Она говорила, куда собирается? Чужому бы я не сказал. Но мы же друг за друга головой рисковали. Она пошла в старый дом у Далерика. Это на холме. Зачем она сюда пришла? Она расспрашивала тебя или просто бродила по окрестностям? Она про ярла нашего спрашивала и про его семью. Спасибо. Прощай. Пошла. Пришел. Хочу, чтобы ты кое-что для меня изготовил. Бывай. Следы. Может, это Керис?
Керис. Она потеряла сознание. Надо ее вытащить. Что? Что случилось? Где я? Ай, голова болит. Тебя огрели чем-то тяжелым. Геральт, что ты тут делаешь? Ищу тебя. Крах о тебе беспокоится. Я заберу тебя домой. Я никуда не поеду, пока не помогу Удальрику. Меч, где меч? Я должна вернуться за мечом. Никуда ты не пойдешь. Ты едва пришла в себя. Я должна... Ты должна объяснить мне, что тут происходит. Зачем ты туда влезла? Я хотела помочь Удальрику. Он, конечно, странно себя ведет, но сомневаюсь, что твоя прогулка по проклятому дому ему поможет. Если я принесу меч, поможет. И при чем здесь меч? Это Броквар, родовой меч клана Удальрика. Он нужен мне, чтобы снять с Ярла проклятие. Проклятие? Это долгая история. Много лет назад Удальрик поссорился из-за этого меча с братом. Обычай велит, чтобы родовой меч отошел первородному сыну, то есть Удальрику. Но отец отдал Броквар младшему сыну, Акки. В ваших краях это серьезное оскорбление. Настолько, что Удальрик нарушил священный закон Скеллиги. Открыто выступил против воли отца. Надо думать, старый ярл это так просто не оставил. Удальрик просидел 3 дня прикованным к столбу, по пояс в морской воде. Когда наказание закончилось, они с Акки отправились ловить рыбу. Этот поход кончился скверно? Предчувствие тебя не обманывает. Налетела буря, и Акки упал в воду. Удальрик был занят парусами и не слышал брата до тех пор, пока не стало слишком поздно. Не слышал или не захотел услышать? Этим же вопросом задается большинство людей на острове, но вслух об этом не говорят. А как ты думаешь, Удальрик убил Акки? Я не хочу делать поспешных выводов. Но мне кажется, то, что тогда произошло, отразилось на всей жизни Удальрика. И как-то связано с мечом. Что ты собиралась делать с мечом? Я подумала, что дух его брата хочет вернуть клинок. Дух брата? Сколько я себя помню, люди считают Удальрика избранным. Мол, с ним говорят боги. Раньше я в это верила, но теперь, когда присмотрелась, я думаю, что его преследует его умерший брат. Смелая мысль. Ты не нарушаешь этим каких-нибудь местных законов? Мне плевать. Я не верю, что это боги. Ты его видел? Он же весь в шрамах. Я думал, что это следы битв. Если его душевные страдания можно назвать битвами... Да. Сам он говорит, что голоса велят ему увечить себя во славу богов. Но мне кажется, боги тут ни при чем. Это все Акки. Значит, ты думаешь, Акки хочет отомстить, потому что Удальрик позволил ему умереть? Я говорила с Хьортом. Он клянется, что Удальрик не слышал голосов до смерти Акки. Хьорт вряд ли ошибается. Он знал обоих братьев с колыбели. Может, если отдать Акки меч Броквар... Он оставит Удальрика в покое. Идея хорошая, если все дело в духе. Но что-то у меня не складывается. Что? Ты сказала, что Акки утонул, а призрак обитает в этом доме. Может, потому что они оба здесь жили? Спасибо за помощь, Геральт. Но я должна вернуться за мечом. А, и речи быть не может, я сам за ним пойду. Правда? Спасибо. Ну, тогда я пойду к Удальрику. Исключено. Ты едва держишься на ногах. Подожди меня здесь и пойдем вместе.
еще что? Ты нашел меч? Нашел. Ну, веди. Ты же был товарищем моего отца, да? Надеюсь, мы по-прежнему товарищи. Но я слышала, вы из-за чего-то поссорились. Или из-за кого-то. Ты о той истории с Йеннифер? Это давно было. Еще до того, как Крах встретил твою маму. Но вы с Йеннифер уже были? Ой, с Йен всегда все было непросто. А что в ней такое? Что тебя к ней притягивает? Не знаю. Может, мне просто никогда не нравились легкие пути. Я за тобой слежу. Ну что? А я и не верила, что ты сможешь нам помочь. А где Йеннифер? Не знаю, а что такое? Да вот любопытно. Она что, прямо так тебя отпустила? Что значит отпустила? Ничего, ничего. Просто мне кажется, она не любит упускать тебя из виду. О, вот они. Ужасно светло. В глазах колет. Свежий воздух пойдет тебе на пользу. Боги будут недовольны. Ярл, это наши гости, помнишь? Что случилось с твоей рукой? Я пожертвовал ее богам. Прости, Ярл. Геральт еще плохо знает наши обычаи. На Скеллиге мы близки к богам. И чем ты ближе, тем больше жертвы приходится приносить. Мы верим, что самое большое, что человек может отдать, это собственная боль и страдания. Слышать голос богов – это дар, а не жертва. Те голоса, которые ты слышишь. Голоса богов. Возможно, голоса связаны с твоим умершим братом. Я рассказала Геральту про Акки. Мы пришли к выводу, что... Что боги опечалены его гибелью, поэтому нужно попросить у него прощения. Я не хотел. Акки упал в воду. Боги разгневаются. Они разгневаются из-за того, что ты примиришься с братом? Боги Скеллиге так жестоки? Они справедливы. Справедливость требует вернуть умершим то, что им принадлежит. Что я должен сделать? Ты помнишь, в каком месте Аки упал в воду? У восточной оконечности острова, недалеко от входа в залив. Нас снесло под иглу Улулы. Это опасное место. Водовороты утягивают там по несколько людей в год. Мы отправимся туда. Чтобы дух Акки обрел покой, нужно вернуть Броквар его владельцу. Нет. Нет, нет. Боги! Боги будут в гневе! Я чувствую это! Ярл, не страшись. Боги любят тебя. Наверняка они хотят этого. Может, будет достаточно, если я сплаваю туда один? В конце концов, неважно, чьими руками ты вернешь меч. У Акки было при себе что-то приметное? Что-то, что сохранилось под водой до сих пор?
Да. Родовой перстень. Пожалуй, этого достаточно. Я поплыву. Можем поговорить? Будь здорова. Вперед, плотва! Должна быть здесь. Дало это что-нибудь или нет? Пора возвращаться к удальнику. Пошла! Никого столь смелого и столь преданного богам. Мне вот стыдно. Не знаю, даже смог бы я принести им такую жертву. Слава Удальрику! Нет лучшего ярла. Приезжают тут всякие. Зачем ты это сделал? А башку ты ему отрезал? Я должен. Какая башка? Никакие боги вот не прикажут такое. Что происходит? Удальрик. Голоса велели ему выколоть тебе глаз. Что? Зачем ты это сделал? Такова была воля богов. Это жертва за Акки. Когда с тобой говорили боги, сразу как я отплыл? Вскоре после этого. Меня одолела дремота, я лег. Тогда они объявили мне свою волю. Они всегда обращаются к тебе, когда ты спишь? Всегда. И что ты тогда видишь? Они призывали тебя в какое-то конкретное место? В мой старый дом. Они велят мне зажечь факел
и говорят из тени. Чего именно хотели боги, ты помнишь? Что они тебе сказали? Они были в гневе. Голос сказал: «Ничтожный человек, ты не помог Акке, а теперь не поплыл молить о прощении. Выколи себе глаз, страдай и скорби за все зло, которое ты совершил». Боги когда-нибудь открывали тебе свой облик? Или ты всегда видишь только тени? Однажды я набрался смелости и во сне ярче зажег факел. Тогда я увидел неясный силуэт, сидящий в тени. Боги ждут от тебя только страдания? Только оно им и мило. Потому они хотят его все больше. Ты сказал, что боги обращаются к тебе из тени. Поэтому ты не позволяешь зажигать здесь свет. В моих снах. Иногда я вижу их силуэты, когда факелы горят достаточно ярко. Это великая честь — видеть богов. Может, если бы в доме было светлее, ты видел бы их и наяву? Обычные люди недостойны смотреть на них. Его преследует не дух брата. Я вернул меч, но ничего не изменилось. Так что с ним? Мы можем поговорить где-нибудь наедине? Пойдем в комнату для гостей. Ну так что это? Хим. Существо, которое появилось после сопряжения сфер. Он присасывается к человеку, который совершил низкий поступок. Годами он жирует на его боли, подпитывает угрызения совести и в конце концов вынуждает наносить себе увечья. Звучит невесело. Его можно как-нибудь одолеть? Теоретически есть два способа. Хима вроде бы можно обмануть. Нужно притвориться, что делает что-то ужасное. Тогда он перепрыгнет на новую жертву. Когда Хим поймет, что его обманули, ему придется уйти. Надо попробовать. Я не знаю никого, у кого бы это получилось. Может, никто не смог придумать подходящую ложь. А какой второй способ? Ведьмачьи бестиарии говорят, что нужно провести ночь в логове Хима вместе с его жертвой. То есть в проклятом доме? Место скверное, но ты, должно быть, ночевал в местах и похуже. Одной ночевкой дело не обойдется. Нужно как-то выманить Хима. Он должен выйти из тени, показать себя. Только тогда можно будет его ранить. И наверняка он захочет с нами рассчитаться. Ты видела Удалика. Это будет нелегкий бой. Я знаю, что ты сомневаешься. Но давай хотя бы попробуем обмануть Хима. Это может оказаться не так просто. Впрочем, оба способа не идеальны. То есть... Хим демон, а их очень трудно провести. К тому же обманщик не должен знать, что обманывает. Как это? Хим цепляется к человеку, совершившему какой-то низкий поступок, возбуждает угрызение совести и кормится его страданиями. И если обманщик уверен, что не совершил ничего дурного, Хим это почует. То есть, если одному из нас придет в голову мысль, что делать, он не сможет рассказать о плане другому, так? Иначе ничего не выйдет? Именно. А что другой способ? Удальрик может не выдержать целую ночь в логове Хима. Ты думаешь, что Хим захочет его убить? Нет, он не станет убивать кормильца. Но Ярл истощен, дом вызывает у него болезненные воспоминания. А Хим попытается вытянуть все, что сможет. И чем больше боли он причинит Удальрику, тем сильнее станет. И тем опаснее для тебя. Оба способа кажутся мне рискованными. Но я по-прежнему думаю, что надо прибегнуть к обману. Не знаю, я не уверен. Только не говори, что в таких вопросах ты обычно советуешься с Йеннифер. Если мы ничего не придумаем, ты всегда сможешь решить дело по ведьмачьи. Да что тебе до Йеннифер?
Ты который раз про нее вспоминаешь? Да ничего. Просто я заметила, что вы очень единодушны. Хочешь сказать, я у нее под каблуком? И ты не исключение. Наверное, все мужчины. Неотесанный рыбак со скеллиги, отважный рыцарь, суровый ведьмак. Каждый из вас, в конце концов, дает себя укатать и во всем слушает женщину. Ну что сказать, ты видишь нас насквозь. Значит, сначала попробуем обман. Да, попробуем. Хорошее решение. Единственное место, где мы можем что-то сделать, это логово Хима. Проклятый дом. Ну, веди. Не стоит медлить. Изящная работа. Должно быть, печника приглашали с большой земли. Цири. Нет, это невозможно. Зараза! Отпугнуть меня хочешь? Это хорошо, значит, боишься. Разбитое зеркало. Должно быть, Удальрик боялся увидеть Хима за спиной. Ты ногу не мудрено сломать или шею. Старая колыбель. Наверное, тут спал маленький Удальрик или Акки. Думала что-нибудь? Да, у меня есть план. И очень надеюсь, что он сработает. А подробности? Просто подожди меня здесь. Я скоро вернусь. Что-нибудь еще? Ты сам сказал, что не должен знать подробностей. Большего я не могу сказать. Просто верь мне. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже. Ну что, можем начинать? Я готов. Хорошо. Я скоро вернусь. А ты пока затопи печь. Вон она! К старому дому бежит! Держи! Возьми. Положи его в печь. Верь мне. Осторожней с ребенком! Отдай мне ребенка! Клади его в печь! Давай же! Смотрю, как ты сдохнешь!
Зачем? Ведьмак не совершал зла. В нем нет ни вины, ни отчаяния, только облегчение. Ты попался. Уходи. Все кончено? Да. Мы обманули Хима. Он решил, что я убил твоего ребенка и ушел от тебя, чтобы присосаться ко мне и питаться моим чувством вины. Но увидев, что ребенок целый и невредим, Хим исчез. Ты свободен, Ярл. Свободен. Хим ушел, а вместе с ним и голоса, которые мучили тебя. Идем отсюда. Что происходит? У меня в голове вихрь, будто я в водоворот попал. Геральт, ты сказал, что все кончилось. Он истощен. Со временем рассудок вернется к нему. Что? Что я теперь буду делать? Ты растерян, но успокойся, это пройдет. Я чувствую, будто из меня что-то вырвали. Это нормально. Хим был паразитом, а они крепко срастаются с жертвой. Поэтому сейчас ты чувствуешь пустоту. Но не беспокойся, через несколько дней или недель ты будешь здоров. Спасибо. Наверное, прощайте. Лучше я его провожу. Кажется, он не в себе. Разумно. А потом? Что ты будешь делать? Останусь здесь еще на пару дней. Уверюсь, что с ним все в порядке. А ты останешься на Спикероге? Не знаю. Мне тоже надо привести мысли в порядок. Йеннифер, наверное, уже извелась. Я думал, мы это уже обсудили. О, ну да. Бывай, попутного ветра. И тебе. Можем поговорить? Будь здорова. Вонзив клинок под сердце, Ялмар славный совершил навеки. А я и не верила, что ты сможешь нам помочь. Thank you.
давай! Yeah.
Шевелись, плотва.
На что ты уставился? Металл того. Мое почтение, Любесток, Роман, Розли. Это еще почему? Не видел чертежи? Странный крем, плохой погод. Но почти плоское. И воду входит только на 2 дяди. Это воля Хьяла. Он хочет на этом корабле пройти вниз по Яруге и ограбить сон. Человеку все время необходимо заботно. Так сперва надо через море переправиться. Необходим баланс. При первом же шторме. И я то же самое говорю. Что от Хлопова? Меня не слушай. Лучшее средство ведьмак. Славой или вернусь с богатством. Не так, не так хорошо. Ведь стань перед Ярой, тебя выслушают.